Друзья, перед началом просмотра видео, я попросил бы вас подписаться на наш новый YouTube-канал. Ссылка находится в описании под роликом. Заходите, у нас много интересных новостей. Сегодня, друзья, к нам пришла очередная трагическая новость, с которой мы спешим поделиться с вами. Все любят и знают российского актера Сергея Гармаша. Некоторые до сих пор смотрят с большим удовольствием его фильмы и сериалы. Сегодня к нему пришло большое горе. Нам сообщили, что сегодня, ближе к обеду, в одну из больниц города был доставлен российский актер Сергей Гармаш с тяжкими телесными повреждениями. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. С ним еще несколько его друзей, которые также прибыли в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Мы решили разобраться и узнать, что же случилось с российским актером. Как так получилось, что Сергей Гармаш оказался в больнице? Нам сообщил один из источников шоу-бизнеса, что Сергей Гармаш начал сниматься в новом российском фильме. И сегодня утром он вместе со своей съемочной группой передвигался на новую съемочную площадку. По дороге к съемочной площадке они на автомобиле врезались в другой автомобиль. Получилась большая авария. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа и наряды милиции. Пассажиры обеих машин скорая помощь забрала в больницу, так как у них были тяжкие телесные повреждения. На данный момент пока больше ничего не известно, друзья. Мы как только что-то узнаем о состоянии Сергея Гармаша, мы сразу же сообщим об этом вам. Давайте поддержим наш канал, друзья. Давайте поддержим нашего любимого актера. Подпишемся на наш канал и нажмем на колокольчик, чтобы уже завтра утром не пропустить свежий выпуск, который выйдет на нашем канале. До скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.